Здравствуйте! Вы на канале GD News, и это новости Geometry Dash, выпуск 16. Сегодня вы узнаете, что происходило в мире Geometry Dash за последний день. Поехали! Думаю, что сейчас видео не совсем обязательно. Technical 49 установил рекорд на Zodiac 97%. Вот когда будет 100, тогда видео и покажу. Enso Wizard установил рекорд на Catalyze 74%. Знаешь, такое игра... Death Gamer установил прогресс на Bloodlust 66-100. Вейланд GD установил на Carnage мод рекорд 45% и прогресс 44-79%. Дэн Лом ГД установил рекорд на экстрим демоне Artificial Dream 73%. Мафака сделал рекорд на Polish Alphabet 84%. Хантерин ГД установил прогресс на The Hell Factory 37-100. А также он установил прогресс на Idols 52-96%. Крайт X поставил рекорд на Эребус 42%. Блимер запускает челленджи от подписчиков. Всем привет, с вами Блимер. Я пишу это видео без сценария. Короче, вы должны создать для меня челлендж, назвать его Блимерето. Но типа в названии этого видео я напишу, как назвать этот челлендж. И я буду раз в неделю или две недели выпускать серии с этими челленджами. Я обещаю, что эти серии будут, и, ну, короче, да.